Знаменательный момент. Мы входим в самый большой в мире парк птиц. Птички, we are coming. Птицы просто гуляют среди нас. И вот в кафешку зашли. Мы пришли покалывать в ресторан. Не только разные люди, разные культуры уживаются на одной территории, но и разные животные. Мы приехали в потрясающий парк птиц в Куала-Лумпуре. Сзади меня вы видите настоящего шикарного павлина. Птицы сюда привезены и подарены многими странами азиатскими, африканскими. И изюминка этого парка, что впечатляет больше всего, что птицы сидят не в клетках, а просто гуляют возле тебя по тропинкам, по большому-большому парку, ходят друг к другу в гости, отдыхают на территориях друг друга. И сейчас мы пришли в гости к совам. Вон они там спят. А к ним пришла какая-то беленькая птичка попить воды. Живые совы еще милее, чем на картинках. Их глазки, перышки. Они тут разнообразные. Вот просто тропинка. И отдыхают птички.
materialistic snacks.